Привет! Прямой эфир. Как совместить коллекцию Just Age и I'm Yummy? Это две абсолютно противоположные коллекции. И я уверена, если их совместить, будет очень интересно. Вернее, я уже даже попробовала, мне понравилось. И что самое интересное, я в этот раз взяла именно те коллекции, которые у всех практически есть. Ну, даже если нету, то можно посмотреть, чем вы замените эти сочетания. И, по-моему, эти коллекции... Я вот что-то не уточнила. Есть ли они на сайте? Ну, наверное, есть, я так думаю, что... Just Age в том году сделали очень много, там огромный объем был, и мы ее всю не продали. И I'm Yummy тоже должно быть, потому что мы ее два раза заказывали и дополнительно доколеровывали именно вот эту пастельную коллекцию. Я знаю, по-моему, там что-то, но осталось. Поэтому у кого есть, достаем. Помада, да, у меня... Мне просто подарили розовую помаду, стойку. Я теперь просто хожу. То у меня красная, теперь то розовая. Еще, конечно, фильтр меня делает, я не знаю. Хотите на меня без фильтра посмотреть? Сейчас я... Фильтр выключу. Ну, конечно, без фильтра грустненько. Вот так фильтр делает нас просто красавицами. Поэтому не обязательно краситься. Достаточно выбрать хороший фильтр какой-нибудь приколюшный и просто огнище. Ладно, я уже не буду фильтр включать. Сейчас мы будем с вами делать дизайн. Так, перчаточки. Перчаточки. Мне нужны перчатки. Девочки, а принесете мне перчатки? Так лучше. Ну, я специально сделала эту заставку, потому что, когда вы попадаете на эфир, первая картинка, она должна быть очень яркая. Вот. Спасибо. Да, у меня есть новая любовь. Такая помада. Ну, красную все равно люблю больше. Тем более, я когда поставила брекеты 3 года назад, у меня тогда был стресс. Я первое время еще красила красной помадой. А потом наступил такой момент, когда у меня такой кошмар с зубами был, потому что мне же вырвали клыки молочные. И там так страшно было. И как мне одна девочка, как сейчас помню, в прямом эфире: «Нахрена красить красным губы, если у тебя ужасные зубы? Это же еще больше привлекает к твоему рту внимание». Но я была тогда не настолько осознанная, как сейчас. Я вот как-то так расстроилась и перестала пользоваться красной помадой. Я о ней забыла, но года полтора я ее точно не использовала, пока, наконец, мне не сделали красивенную мою улыбку. Наконец, когда выросли мои клыки. Так, короче, что-то я уже это фигню несу. Простите меня, пожалуйста. Ой, так, это у нас предыдущего тут курса осталось. Ну что, смотрите. Я начну с абстракции, то, что посложнее. Смотрите, какое прикольное сочетание получилось вот в абстракции. Необычно. Вот так вот взять специально, смешать, вот, ну, никогда не смешаешь. Вот. А так я поставила себе цель взять две коллекции и в рамках двух коллекций сделать декабрьский дизайн, такой зимний, и новогодний, прям рождественский. Какая марка помады? Блин, а где-то у меня здесь она лежит. Вот она, у меня, смотрите, какая. Дживанши. Это мне Юля Донченко подарила. Стойкая-стойкая. Вообще смыть нереально. Ну что, поехали. Поехали. Давайте вот так я, наверное, сниму прям. Работаю быстро. А то у меня сегодня еще куча работы. Мне сегодня нужно сесть и заколеровать краски. Весна-лето. Сегодня непочатый край работы. Ну что, поехали. Ставьте плюсики, у кого есть эта коллекция I'm Yummy. Она у нас, когда вышла, сразу же закончилась.
быстро закончилась. И мы делали вторую партию, и I'm Yami, и I'm Bossy. Я вот знаю, что I'm Yami, вот после того, как заколировали вторую партию, там что-то оставалось. Я знаю, что на Amy Shop и на Wildberries эта коллекция есть. И она вот чем хороша, на декабрь будет классно, здорово. Мы ее делали для лета, но для зимы она тоже очень классная. Вот они, три оттенка тут, смотрите. С крапушками. Девочки, а найдите мне выкраску I'm Yami. I'm Yami. Ну, знаешь, вот эти вот пастели три с крапушками. Так, мы, чтобы смешать с Just Age, сейчас смотрим выкраску Just Age. Так, такая коллекция. У кого есть? У кого есть Just Age, ставьте сердечки. Сейчас посмотрим. Так, Just Age выглядят вот так цвета. И нам сейчас понадобится вот этот фиолетовый. Он круто сочетается с I'm Yami. Вот эти цвета, которые я выбрала. Очень разная коллекция. Вот здесь используются хлопья. В красном используется глиттер крупный, мелкий. В малиновом просто глиттер. В фиолетовом крупный и мелкий глиттер. И очень классных два необычных оттенка. Я их обожаю, но у них есть нюансы в работе. Там в составе идет стекло бита и фольга. И именно благодаря стеклу битому и фольге получается красивый аквариумный эффект, но в то же время из-за вот этого стекла и фольги образуются, ну, как такие торчушки торчат, и там нужно чуть-чуть проходить шлифовщиком перед тем, как делать дизайн, либо покрывать финишем. Это номер 300 и номер 301. И за что я люблю эту коллекцию? Ее классно делать в виде моделирования. Прям легкое моделирование, выравнивание, и она очень хорошо просыхает, и получается такой красивый аквариумный эффект. Ну, кроме, конечно, 297, он настолько плотный, он как краска, гель-лак. Вот эти прям с легким моделированием круто наносить. Тут один внутри, все они. Ты не поняла, мне выкраска нужна. Итак, мы берем сейчас вот такой мятный и сиреневый, и как раз добавляем из коллекции Just Age с блестками номер 302. Так, как здесь сделаю? Смотрите, здесь абстракция. Я, получается... А, вот мне, кстати, выкраску принесли, I'm Yami. Прям сфотографируйте. Очень хорошенькая, удачная коллекция получилась. И мы ее вот два раза даже выпускали. Но мы сейчас, кстати, перестали вот тогда выпускать. Сейчас мы продаем просто в ноль. Вот, поэтому кто успел, тот успел. Поэтому я всегда говорю, когда выходит новая коллекция, успевайте первое купить, потому что потом возможности докупить не будет. Не будет. Ну, это сейчас видно вот по последним коллекциям. Вы там, конечно, говорите, что мало. Не мало, абсолютно нормальный объем. Вот, но мы просто перестали дополнительно перевыпускать дополнительные партии, потому что нет в этом смысла. Так, сушим. Сушим. И второй вариант вот такой, чуть попроще, абстракция. Видите, здесь абстракция с такими ниточками. Сейчас я. Видите, одна правая абстракция чуть попроще, а левая абстракция чуть-чуть более замороченная. Блин, мне так нравится. Давно я такого ничего не делала рисовального. Так, а здесь давайте наоборот. Из них, кстати, классные градиенты получаются. И вот именно реально для зимнего маникюра, вот кто новогодний не любит, да, или рождественский, а просто зимний,
классно будет. Так, сушим. Теперь берем в чистом виде фиолетовый. Видите, такие крупные здесь блестки. Здесь три разных размера вот в этом фиолетовом. Так, первая абстракция у нас такая будет чуть попроще. Сделали. Сушим. Здесь то же самое. Я не боюсь его наливать. Во-первых, будет красивый аквариумный эффект. Вот, и он хорошо высыхает. Все, сушим. Теперь берем этот фиолетовый. Берем этот же фиолетовый, намешиваем с топом любым. Абсолютно любой топ не имеет никакого значения. У меня под другой Теклас, я беру Теклас. И смотрите, делаю такой полупрозрачный витражный эффект. А, кстати, многие Just Age, она когда вышла в том году, ее использовали для аквариумного выкладного френча на моделирование. Прям вот, ну, реально прикольно тоже получалось. Вот поэтому кто делает выкладные френчи, тоже круто. Ну, смотрите, здесь я просто полупрозрачно использую. Все, сделала. Этот вариант у нас будет чуть-чуть более замороченный. Тоже делаем часть вот такую полупрозрачную. Сушим. За что люблю абстракцию? Ее никогда один в один не повторишь. Так, дальше наношу топ без липкости. Можно, кстати, знаете, что сейчас использовать? Вообще, я в основном использую Теклас, а потом его шлифую шлифовщиком. Запомнили? Но круче, конечно, делать ультрашайн. Но здесь есть небольшой нюанс. Если этот нюанс пропустить, задуматься, отвлечься, у вас рисунок по этому ультрашайну будет сворачиваться. Но так как я барышня внимательная, я сейчас нанесла тонкий слой ультрашайна. Сушу буквально 15 секунд. Так, сейчас внимательно. Прям зафиксируйтесь. Сушу 15 секунд и делаю рисунок для фольги. А для фольги мы берем мой любимый черный тюльпан, формула которого за 11 лет не изменилась. Это просто легендарный, гениальный черный тюльпан. А, блин. Так, черный тюльпан. И делаем абстракцию. Видите, ультрашайн, с одной стороны, он мне сейчас сэкономит время. Так бы я нанесла Теклас, просушила 2 минуты, потом попилила. Можно, кстати, нанести топ с липкостью, любой, обезжирить, также вот так пошлифовать и потом рисовать черным тюльпаном. Но быстрее сделать это на ультрашайн. Но косяк в том, что если вы хоть чуть-чуть прозеваете, то капец. Вы начнете вот так черным тюльпаном рисовать, а он будет собираться. Вы широкую линию нарисовали, а она собралась в тонкую. Вы опять ее делаете, расширяете, а он опять, короче, как вода на стекле собирается. Обожаю абстракции. Медитировать можно. Кстати, рекомендую. Что делать? Смотрите,
садитесь рисовать, выделяйте себе час времени. Я рисую планшетку для новогодних маникюров, чтобы у меня клиент долго не думал, не сидел. И пишите себе на листочке бумаги желания свои, там, потенциалы, которые вы хотите, чтобы они у вас реализовались в будущем. И в каждый типс, который рисуете, загадываете это желание. И вот пока рисуете, думаете об этом потенциале, фантазируете. И вот пока не закончите его делать, в полной тишине, под какую-нибудь медитативную музыку. Круто я придумала. Это я только что придумала. Это как, знаете, мандалу, когда делают на желание. Садишься, делаешь свечки, что-то такое расслабляющая атмосфера, расслабляющая музыка. И рисуешь свою мандалу. А у нас вместо мандалы у мастеров маникюра типсы. Крутяк. Вот особенно, когда абстракции какие-нибудь делаете. У меня черный тюльпан жидкий, очень растекается, не могу рисовать тоненькую линию. Что делать? Он не будет растекаться, если им рисовать по топу без липкости. А если вы рисуете по дисперсионной пленке, любой гель-лак и любая краска растекается. Так, сделали рисуночек. Давайте еще что-нибудь добавим. Сейчас будут красивые у меня серебряные линии. Все, сушим одну минуту. Ну, 30 секунд, одну минуту. Все зависит от лампы. Надо проверять. Блин, что такое? Дальше. Здесь абстракцию делаем чуть-чуть другую. Берем топ-слайдер и наносим тоненьким слоем. Нанесли. Не сушим. Берем цвет. Какой? Давайте вот этот, который мы использовали для фона. Выкладываете его на палитру. И добавляете к нему либо базовый гель, ну, либо топ какой-нибудь. Можно без липкости. Вообще лучше всего просто базу взять жидкую. Ультрашайн сушить 15 секунд. Если вы заболтались с клиентом и поставили без таймера руку в лампу, хотелось сказать слово на букву П, которое заканчивается на букву З, но это наступит, потому что потом рисовать нереально. Нереально рисовать. Чуть-чуть делаем, даже еще чуть-чуть попрозрачней. Вот таких небольших дорожек с пятнами, где-то прозрачными. Ну, пусть они там красиво растекаются. Вот буквально чуть-чуть добавили. Все, сушим хорошо. Так, здесь берем мою любовь, именно фольга Эми, классическое серебро и желтое золото. Идеально отпечатывается на черный тюльпан. Опять же, отпечатывается идеально, если вы просушили правильно. На всех лампах оно может быть по-разному. Единственное, знаете, в чем косяк? Неудобно отпечатывать
на этой подставке. Она вот эта типа во все стороны гнется. Что нужно ж прям прижать, зафиксировать. И всегда отпечатывать чистым местом. Прям ищите чистое место. Есть классный онлайн-курс «Базовые основы декорирования». Либо курс «Топ-10», тоже крутой. Там тоже очень много фольги. «Азбука линий», там тоже очень много фольги. Прям рекомендую. Вот «Азбука линий», «Топ-10» и «Базовые основы декорирования». Вы научитесь работать со всеми декорациями, в том числе и делать технологию идеального литья. Все, потом берете финиш любой с липким слоем, без липкого, наносите. Можно чуть-чуть выровнять, замоделировать. Нет, просто на гелевую краску отпечатать с остаточной липкостью нельзя. Ну, как бы оно отпечатается, да, но чтобы был, смотрите, видите, идеальный кантик. Вы черного практически не видите. Он, может быть, где-то тут местами проглядывает, но по факту что у меня получилось? У меня получилось идеальное, сейчас даже специально на белую бумажечку положу, чтобы вам было видно, идеальное литье, идеальное. Вот так идеально, только на черный тюльпан. Только на черный тюльпан. И он, видите, выпуклая линия, так прикольно. И несмотря на то, что я финишем покрыла, эта выпуклость все равно сохранилась. Обожаю эту технику. Этой технике больше, чем компании лет, да, вот компании 11 лет. А технологию литье я еще изобрела в 2008-2009 году. Тогда я делала это на обычные гели, и это нужно было сушить до 20 минут. Поэтому вы, в принципе, можете попробовать, поэкспериментировать, потому что я-то раньше так и работала, но это, блин, это геморрой. Проще купить черный тюльпан. Так, дальше. Вот эта абстракция у нас получается вот с такой прорисовкой. Смотрите, такие прикольные, ну, не веточки, а ворсинки прикольные. Классно? Сейчас мы это то же самое, что делаем, чтобы сэкономить сейчас время в эфире, потому что мне сегодня эфир нужно побыстрее закончить, потому что меня ждет очень много работы. И я беру поэтому ультрашайн. Но у ультрашайна, я уже говорила, есть особенность. Если вы зазевались вместе с клиентом, поставили сушку не на таймер и просушили там 1 минуту, 2 минуты, то капец. Поэтому сушим 15 секунд, 15, можете вот прям вот положили, я не знаю, про себя, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, посчитали и достали руку примерно. Если просушили хотя бы 1-2 минуты, ультрашайн, абсолютно стеклянный топ, роскошный стеклянный топ, и по нему тогда начинает все сворачиваться. Вы начинаете эту линию рисовать, а она сворачивается. Вы рисуете, а она опять сворачивается. Поэтому, чтобы такого не происходило, 15 секунд. Можно, я уже говорила в самом начале, пересмотрите, что берете любой топ с липкостью, без липкости, какой у вас там есть в наличии, не имеет значения. И после того, как просушили, шлифуете шлифовщиком 240 на 180, либо 100 на 180. И потом рисуйте черным тюльпаном, тоже прекрасно получается. Тогда фольга у вас классно прилипнет только в том месте, где черный тюльпан, а не на всю поверхность. Такая абстракция чем-то мне напоминает фильмом «Аватар». У меня такие ассоциации. А здесь такие реснички рисуете.
не старайтесь наливать черного тюльпана много, от этого качество отпечатывания не зависит. Если вам нужна тонкая линия, она получилась у вас полупрозрачная, ничего страшного, фольга она все равно отпечатается. Ну, я тут решила дофантазировать. Очень важно литье делать из черного тюльпана и делать это по поверхности без липкости. Как вы добьетесь этой поверхности без липкости, не имеет значения. По запиленной поверхности, ну, значит, по запиленной. По ультрашайну, по ультрашайну. Здесь не в этом успех, отпечаталось или не отпечаталось. Успех в черном тюльпане и фольге. Так, сушим одну минуту. Успех именно фольга и черный тюльпан. Фольги очень много в Эми. Но если вам нужны тонкие линии, вам нужно купить следующие названия фольги. Вот смотрите, просто фольга Эми, она отпечатывается кусками вся. А вот если нам нужно, чтобы отпечаталась только линиями тоненькими на черный тюльпан, сейчас скажу, какую конкретно нужно купить. Это желтое золото, благородное золото. Хотите, вот прям фотографируйте. Потом в интернет-магазине найдете. Валберис, по-моему, на Валберисе есть. Серебряная фольга. Розовая. Розовая. Не помню, малиновая, по-моему, зеленая и синяя. А, и красная. Смотрите. 0,5, 0,4... 0,18, 0,17, 0,15, 0,06... 0,33 и 0,12. Именно эти оттенки идеально ложатся на абсолютно тонкие линии черного тюльпана. Так, еще раз напомню, мы сейчас сочетали коллекцию I'm Yummy. Она есть на Wildberries и есть на amyshop.ru. Очень красивая коллекция. Сейчас я вам ее покажу, выкраску. В декабре будут классные дизайны с ней. И мы использовали также коллекцию блестящую новогоднюю Just Age. Она также есть на amyshop.ru и на Wildberries. Шампань. Смотри, шампань тоже отпечатывается. Смотри. Они вообще, вся фольга Эми, она хорошо отпечатывается. Но я просто беру в расчет, что есть люди, которые не учились. Они сейчас после эфира сразу же будут пробовать это делать. Вот. И вот шампань, она может не у всех отпечатываться. Если желтое золото, я называю, даже у нулевых может отпечататься. Кто не учился на живых курсах, там, с кураторством онлайн не проходил, да? Нет опыта. То вот эти номера, которые я вам продиктовала, 100% будут отпечатываться. Так, короче, чипс проще снять. Видите, каждый раз проверяю, чистое место, которое я сейчас отпечатываю, или нет. И тоже смотрим. Я специально белое кладу, чтобы блик был. Смотрите, видите, как чисто отпечаталось? Круто? Круто, Катя, какая ты молодец. Ты гениальная женщина. Все, и Единственное, финишем перекрывать быстрыми движениями. По 35 раз на одном месте не возюкать, потому что фольга начинает растворяться от топа. Поэтому желательно ноготь покрыли в лампу.
покрыли в лампу по очереди, покрыли в лампу, покрыли в лампу, там, покрыли в лампу, чтобы моментально тут же фиксировалось. У нас что со школами в Екатеринбурге? Смотрите, в Екатеринбурге есть школа, она работает отдельно, она только преподает наши технологии. И есть дистрибьютор, у него есть весь ассортимент материалов. Вот, поэтому учиться лучше в школе, а материалы лучше закупать у дистрибьютора. Екатеринбург. Пишите мне в директ, кому нужна живая школа, я дам аккаунт живой школы, кому нужен товар, дам аккаунт дистрибьютора. А вообще, также можно купить все на emishop.ru. Сейчас склад, который отгружает Свердловскую область, он находится в Перми. Это гораздо ближе, чем из Ростова товар идет в Екатеринбург. Сейчас этот товар идет из пермского склада. Вот, можно на emishop.ru. Ну, наш дистрибьютор новый, он еще не сделал школу. Вот, поэтому, если неудобно, тогда учитесь в школе, а товар просто заказывайте на emishop.ru. Так, эти два варианта готовы. И сейчас показываю быстренько. Блин, хотела за 30 минут сделать эфир, и, как всегда, опять я не смогла в 30 минут вложиться. Вообще, эфиры, конечно, вы не смотрите долгие. Вы смотрите эфиры там порядка 20-30 минут. Так, мой любимый синий, но он очень сложный. Нет, он не очень сложный. Просто есть нюанс. Зато эффект, который у этого синего, вы не добьетесь ни одним гель-лаком. И что бы вы сами там вручную не добавляли, не намешивали. Соло номер 300. С легким моделированием наносим. Ах, ну смотрите, какой он необыкновенный. Да, внутри идет фольга. Но именно эта фольга, которая торчит, она создает этот офигенный аквариумный эффект. Видите, вот чуть-чуть притарчивает. Поэтому можно сделать вот с таким легким моделированием. Даже в один слой сушим. Можно высушить до состояния безостаточной липкости. Вот, у него не будет остаточной липкости, ничего не обезжиривать, просто попилить пилочкой местами и делать дизайн. Так, а для второго варианта мы сделаем градиент. Показываю, как делать зимний именно. Это только для зимнего варианта подойдет градиент. Мы берем из коллекции Аймьями 320 голубой цвет. Большая просьба, девочки, когда я сегодня выложу этот эфир, пишите в комментариях вопросики. Ставьте лайки, мне будет приятно, а вам не сложно. Это, знаете, как вин-вин, я вам, а вы мне. Так, сделали один, смотрите, как прикольно в один слой ложится, да? Классно. Так, сушим. Я затупила, надо было сначала синий сделать, ладно. Я вообще здесь по-другому делала, я сначала синий чуть-чуть растушевала, а потом голубой вверх растушевала. Я забыла. Сейчас просто покажу, как я это делаю быстро. Идеального градиента, конечно, не получается в этом случае, потому что это именно зимний градиент для зимнего дизайна. Так, делаем вот здесь вот в начале. Берем веерную кисточку. И вот такими ляпающими движениями, сухой кисточкой, можно даже вот так вот сделать чуть-чуть. Все, сделали. Сушим. Теперь берете снова этот цвет и берете губку. Вот такую обычную губку от мытья посуды. Так, пишите, кстати, в комментариях к этому эфиру, с какими предыдущими коллекциями провести эфир в таком зимнем стиле. Вот. Сегодня я решила взять Just Age, это коллекция у нас выходила в прошлом декабре, Ями выходила летом, вот. Поэтому пишите в комментариях, что еще мы могли бы с вами поиспользовать из того, что есть в наличии у вас уже. А я знаю, кстати, что нужно поработать. Надо поработать коллекцией Superstar. Это просто божественные две коллекции и конфетти. Смотрите, взяла этот гель-лак и прошлась границу, сделала снег. Все. Видите, получается такой градиент, и он быстрый.
сушим. Так, теперь, чтобы убрать кусочки торчащего стекла и фольги, я вот так вот прошлась такими движениями, буквально вот все. Обезжириваем. Кстати, вот этот синий, его спокойно можно обезжиривать. Видите, не снимается с дисперсии цвет. Нормально. Обезжирили, и здесь я также предлагаю сделать снег. Вот так, чуть-чуть. Сушим. Так как я хочу сейчас задекорировать все это со слайдерами, беру топ-слайдер. Сушим одну минутку. И здесь то же самое. Беру топ-слайдер. Смотрите, какой красивый аквариумный эффект. Посмотрите. У нас в том году девочки покупали, чтобы делать витражный французский маникюр. Вот кто моделирование длинное делает. Видите, красивый аквариум получается. Magic Spells проведите. Блин, ну Magic Spells, я не знаю, есть ли у нас в продаже. Я посмотрю, если есть в продаже, то проведу. Потому что Superstar и конфетти мы-то продаем постоянно. Мы держим в ассортименте эти две коллекции красок. Кстати, у меня конфетти под рукой. Кто не в курсе, смотрите. Мы их постоянно держим в ассортименте. Это вообще must have. Здесь получается две категории. Крупно-средние блестки полупрозрачные, а здесь хлопья. Они просто, просто офигенные. Так, что это, приклеиваем, да? Классные есть. Смотрите, здесь я, наверное, такое лучше, нежнее взять. У нас есть 5D. Мы выпустили их две штучки. Одни в такой вот в красно-синей гамме, а второй вот такой нежненький. Ой. Юля! Принесите мне воду для слайдеров. Так, давайте. Получается, часики у нас идут. Этот вообще, видите, дизайн очень быстрый. Градиенты, губка. Воду принесете мне для слайдеров? Все, а здесь веточки две вырезаем. Шармикончики, слова, снежиночки. Так, сейчас мы их намочим. Я в водичку их опускаю. Все, намочили. У нас много новогодних шармикончиков. Уж не знаю, там есть что в наличии или нет. Но снежинки, наверное, еще есть. Потому что снежинки сейчас дополнительная партия вот только что пришла. Вот нам как раз здесь снежиночки подойдут. И шармикончики слова новогодние. Джингл Беллс. Мандари. Новый муд. Подари мне Санта антидепрессанты. Кто работает, тот я. Оливье must have. Короче, прикольные шармикончики. Ну и поехали. Вот почему не надо на градиент тратить много времени, если у вас будут идти декорации. Если идут декорации, 5D лучше размачивать в горячей воде. Так. Все, ультрабонд. И здесь тоже.
Они вот 5D все-таки чем хороши, они хорошо читаются на темном фоне, в отличие просто от слайдеров. Тоже ультрабонд. Видите, и тут вот и снежок припорошили, и этот синий очень красиво смотрится, и маникюр очень быстрый. Так, мне нужно теперь шармиконы приклеить. На весь ноготь не кайф наносить теклос, поэтому смотрите, чтобы, ну, 5D слайдер не испортить, я вот нанесу только в тех местах, где я точно знаю, что у меня сейчас будут, ну, там шармиконы приклеены. Ну да, вот здесь. Вот, видите, я местами нанесла теклос. Сушу 2 минуты. И поехали снежинки. Еще раз, смотрите, я не в курсе, шармиконы есть в наличии сейчас или нет, новогодние, потому что их всегда в первую очередь разбирают. Но вот снежинки, сейчас пришла еще партия. Потому что новогодние шармиконы, их всегда ограниченная партия делает. Никогда не делает огромную партию, как весна-лето. Всегда это ограниченная. Так, здесь мы возьмем с вами... Подари мне, Санта-Клаус, антидепрессанты. И снежинки. Так как снежинки здесь есть разных размеров, я могу выбрать самые маленькие. Ну, даже если они там где-то под обрез пойдут, мы их просто обрежем. Подари мне, Санта, антидепрессанты. Я обычно беру не ножницы маникюрные, а я беру щипчики для кутикулы и в пазухах обрезаю. Все, и теперь берем, ну, в данном случае я беру не матовый, кстати, топ, а беру теклос, либо ультрашайн. Заливаю сначала слайдер. Заливаю. Потом беру какую-нибудь чистую кисть и вот так вот топ убираю самого слайдера. Сушим. И здесь то же самое. Ну, здесь снежинки классно просто добавить. Я думаю, что все. Вообще снежинки – это тема. Я очень много последние дни выкладывала мастер-классов в сторис. Вот. Со снежинками. Классные там такие всякие сочетания были. И то же самое. Сначала заливаете. А потом чистой кисточкой вот здесь вот вынимаете, что этот барельеф сохранился. Все. Вот так мы быстро... Это быстрые варианты дизайна. Смотрите, вообще. А все ногти сделать либо синие, либо голубые. Два ногтя вот таких с дизайном. Все, и абстракция. Так, сегодня я, кстати, на Эми онлайн сделала скидку на новогодний курс. И мы придумали на этой неделе, что до конца недели у нас будет действовать предложение на новый курс, который называется «Новогодний брендбук». Значит, скидка будет 20% до конца недели. И мы добавили, вот кто на этой неделе купит курс, прошлый Новый год и позапрошлый Новый год. Ну, кто покупал, вам пофигу. 20% скидки. Хорошая скидка. А кто не проходил ни разу наши новогодние семинары, у вас в пакете доступе будут еще предыдущие года, Новые годы. А они вообще другие. Я всегда стараюсь каждый год делать какие-то разные Новые года.
Вот. Чем классный этот Новый год? Он нестандартный, мы его даже назвали больше, видите, трендбук, потому что тут 4 модуля. Первый модуль – это мы рисуем вручную смайлы. Второй модуль – мы рисуем акварель. Третий модуль – мы рисуем линером и бархатным песок. Четвертый модуль – это тема тигра. Ну и пятый модуль, конечно, декорации. Причем показывать, как совмещать не новогодние декорации и получаются рождественские дизайны. Вот. Чем хорош этот трендбук? Он сделан именно как трендбук. Почему? Вот берем первую технику. Вот дается первая техника, техника смайлов. И когда мы заходим в уроки, там есть файлы, которые можно распечатать. Здесь получается, вот берем тему акварели. Здесь, во-первых, есть поэтапно схемы. И варианты, какие еще могут быть с композициями для акварели. Ну, то же самое поэтапно. Видите, схемы прям поэтапно можно смотреть. И варианты, какие еще, отталкиваясь от этой техники, вы сможете сделать клиентам, чтобы у вас не одно и то же было, а что у одного клиента тигр такой композиции, у второго клиента тигр другой композиции. Там, например, урок по линеру. Вот вы взяли технику там буквально в нескольких уроков, чтобы долго не смотреть, все остальное вы просто берете уже на типсах, срисовываете готовые схемы. Поэтому этот курс назвали трендбуком, потому что там дается сначала дается техника, да, там в 2-3 уроках, а все остальное вы добираете за счет уже готовых схем. Потому что сейчас, как показывает практика, нельзя делать огромное количество уроков, вы их не успеваете просматривать. Вот, поэтому трендбук мы поделили на 5 блоков. Еще раз, это рисуем вручную всевозможные эмоджи. Это сейчас очень модная тема. Не смотрите на возраст. Эмоджи, например, на блестящем маникюре смотрится очень классно. Вот. И к теме эмоджи идут разные варианты. Идет акварель классическая. Опять же, вы посмотрели несколько уроков, там 2-3 урока. Там есть какие-то уроки, мы сделали прям просто с ускорением, чтобы вы просто, ну как, не тратили время на просмотр. А потом берете схемы и уже отталкиваясь от схем, берете готовые и делаете композиции. С темой тигра, кстати, очень классный урок по тигру. Там их несколько уроков. И очень классная вот эта дополнительная картинка, дополнительный файл. Что еще ты можешь повторить, отталкиваясь от этого? Вот, поэтому сейчас вешаю здесь у себя, и в Эми онлайн уже повесили скидку 20% до конца недели, и специальное предложение до конца недели у купивших сейчас этот курс будет добавлен предыдущих 2 новогодних курса. Вам хорошего настроения, всем пока-пока!